Доброго времени суток, YouTube! Сегодняшнее видео это своеобразный такой, я не знаю, сиквел, наверное. Апдейт, можно и так сказать. Я буду снимать видео о своей сумке. Выглядит она вот таким вот образом. У нее не очень длинная ручка, но есть еще одна длинная, чтобы можно было носить через плечо. Сумочка, видите, сделана в виде торбы, потому что у нее круглое дно. Она лаковая, кожа крокодила, у нее есть матовые части, есть блестящие части. Самое мое первое видео, которое я снимала, господи, я даже не могу вспомнить, 2011, наверное, год, да? Это получается уже 5 лет, да, моему каналу будет в конце февраля. Самое мое первое видео было из серии «Что в моей сумке?». И сегодня своеобразный такой вот... не знаю, комплимент самому первому моему видео. А сейчас у меня на канале более 600 уже видео. Так что сегодняшнее видео посвящено тому, что находится в моей сумке. Долгое время я ходила с большими сумками. И сейчас, перейдя на маленькую, понимаю, насколько много я таскаю с собой вещей. Скоро я выхожу на работу, и мне понадобятся также некоторые вещи, которые я обычно с собой в сумке не ношу. Но придется их сюда доложить. Ну, например, какие-то таблетки там от головной боли, допустим. Так, давайте по порядку. Сумка состоит из трех отделений, которые независимы друг от друга, они закрываются на замок, на молнию, и сзади у нее есть карман. Это единственный внешний карман. Здесь у меня лежат обычно ключи от квартиры родителей, да, потому что я сейчас живу здесь, пользуюсь ими чаще всего. Впереди больше карманов нет, я откидываю вот такой большой хлястик и достаю то, что у меня тут лежит. В первом отделении у меня лежит то, что чаще всего может понадобиться, а именно маленькая косметичка. Это Клиник. Давайте откроем косметичку. Я положила туда пудру от Faberlic. Я ее уже показывала. Это Secret Story. Она здесь лежит только для того, чтобы я могла подправлять макияж в течение дня. То есть я ей практически не пользуюсь, иногда только припудриваю чуть-чуть носик и губы. Матирующие салфетки из серии «Я самая». Здесь они у меня довольно давнишние уже, то есть я ими вовсю пользуюсь, они даже немножко такие замызганные уже. Это маленькая салфетка, мне ее дали в подарок, это корейская косметика Миша, если кто... в курсе, я думаю, все в курсе уже, наверное. Это салфетка для снятия макияжа с глаз и губ. Далее помада Faberlic, более-менее такая вот приличная, тон номер 45 84. Я ее показывала недавно в своих покупках, по-моему, или обзор, что-то такое делала. Она такого нежно-розового цвета, зубная нить, жвачка Orbit. И вот такая кисточка, потому что каблуки, да, маленькая, от Изодора, вот. Я, честно говоря, не очень люблю пользоваться пуховками, которые находятся в пудре. В этой новой пудре у меня вообще не пуховка, а губка, потому что пудру можно использовать двумя там способами, влажным и сухим. Здесь еще лежат вот два кармашка есть, но у меня туда телефон, если их положить, то не закрывается молния. Две ручки лежит у меня здесь. Одна вот розовая такая гелевая, с блестками причем. Мне она нужна для того, чтобы, когда прохожу обучение, хоть что-то выделять, подчеркивать. Вот такой чехол для очков вместе с очками. Чехол я приобрела недавно. Мой оригинальный чехол от оправы, который продавался вместе с ней, он пришел в такую полную негодность. Сами, соответственно, очки. Я вожу машину в очках, то есть у меня близорукость, у меня где-то минус полтора. И, соответственно, это обязательное условие. И иногда я работаю за компьютером тоже в очках. Ну и, собственно говоря, мой телефон. У меня Samsung Galaxy S4, по-моему. Как-нибудь я сниму видео про то, что в моем телефоне. Хотя, на самом деле, таких видео сотни, десятки. У меня зато вот новый чехол, такой вот достаточно весенний. Мне он нравится. Я люблю тюльпаны и... мне он как-то напоминает о приближающейся весне. Так, ну и, собственно говоря, все. Это вот отделение пустое. Во втором отделении лежат документы, которыми я пользуюсь не так часто. Это права, они такие пухлые. На самом деле права-то они вот занимают маленький кусочек. Сорка на машину. Сорка — это свидетельство о праве
господи, собственности, а нет, свидетельство о регистрации, да, вот, и страховка лежит моя, я уже показывала когда-то в покупках мимимишной канцелярии скидочный, вернее, такой чехол для хранения карточек всяких скидочных, вот с такой вот забавной девочкой, все, а нет, вру, кошелек еще у меня, видите, у меня права и кошелек, они вот в одной такой сделаны, и поэтому, да, кошелек у меня красного цвета, в кошельке у меня тоже лежат накопительные карточки, которыми пользуюсь чаще всего, это из книжного магазина одна, а вторая с автозаправки, вот, и почему-то, а вот у меня еще одна карточка тут завалялась отдельно, как раз где, там, где я покупала чехол для очков, сеть магазинов «Роскошное зрение», я присмотрела там вариант контактных линз, потому что, вы знаете, когда водишь машину, боковое зрение несколько страдает, да, то есть плохо очень видно, приходится все равно тратить дополнительное время на то, чтобы посмотреть в зеркала, да, и сильнее голову повернуть. Как бы я уже привыкла, но в контактных линзах водить машину по сравнению с очками гораздо удобнее. Итак, в третьем отделении у меня здесь лежат влажные салфетки. Что это? Какой-то La Fresh, я не знаю, с зеленым чаем. Они тоже уже у меня, то есть, вы видите, уже плохо держатся, они используются достаточно часто. Носовые платки, потому что мало ли что там может происходить. А, и вот такую вот маленькую расческу я выудила. Очень, кстати, удобная, она легкая, но в то же время прям вот копия моей большой. И в боковом кармашке, который на молнии, да, лежат ключи от моей новой квартиры. Вот, собственно говоря, и все. Ну, что-то такая большая гора барахла получилась в моей сумке. А сама сумка хорошая, очень легкая. И сделана она в городе Пенза. Я убей не могу вспомнить, как называлась фирма. Что-то связанное с золотом. Что-то там белое золото, какое-то там золото. Ну, в общем, что-то или золотое, что-то такое. В общем, не могу сказать производителя, но знаю точно, что делают наши. Так что это называется импортозамещение в действии. Такое было наполнение моей сумки. Много, как обычно, всякого барахла. А с выходом на работу, наверное, будет еще больше, потому что я еще сюда пытаюсь засунуть свой ежедневник, который я веду по системе Bullet Journal. Надо, конечно, снять про это видео. Все никак руки не доходят, я даже не знаю теперь, когда дойду. А сейчас всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх. Всем всего самого доброго и пока!